Ё-моё, раннее утро, 11 марта, идет снег, вот, на улице 0 градусов, а только что смотрел Оренбургскую область, где я в 93-м году попал в снежный занос и пробыл там 10 дней в поселок, как же поселок называется, Комсомольский, вот, на границе с Казахстаном. Вот такой снег. Ну, он тут же тает, видите, вот падает на землю, тут же тает.